ученикам своим, вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили им только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного времени предать его. Приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» При сем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал».
благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее всем, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли в гору Елеоновскую.
соблазнитесь мне в ту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стадом. По воскресении же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Твой, и жду.
Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Thank you.
когда еще говорил он, вот Иуда один из двенадцати пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, от
отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» И выйдя вон,
плакала горько. Когда же настало утро, все
все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь неповинную». Они же сказали ему: «Что нам до того, смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Они сказали: «Варавву».
говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом. Говорят ему все, да будет распят. Правитель же сказал, какое зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса Пив предал на распятие. Thank you.
Когда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренянина по имени Симона, сего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский».
когда распяли с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Божий Сын. Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Thank you.
завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, пошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним остерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зефедеевых.
ты царствуешь и во веки. Воскреси, Боже, суди земли, Яко!
пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело Иосифа, обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалилась. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Thank you.
Царицею собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили им: «Господин, мы вспомнили, что обманщик той, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Thank you.
Thank you.